но мы не можем говорить о любви, просто потому что у нас нет аппарата. Да? У меня же мышление очень простое. Если у вас есть адронный коллайдер, вы можете разогнать частицу до определенных скоростей. Если у вас его нет, вы не можете разогнать. Нет репрессивного аппарата, извините, значит, это не любовь. И появиться-то ему неоткуда, потому что у... О, это очень дорогая штука. У товарищей из НКВД не было ни связей в бизнесе, да и бизнеса, собственно, тогда не было. Нет, это просто очень дорогая незарубежных штука. Ведь люди же стали гораздо лучше. Они уже не готовы принимать участие в преступлениях просто так, или за идею, или за звездочку на погоне. Они хотят больших денег, они хотят юридических обоснований, они хотят гарантий пожизненных. То есть они готовы, может быть, были бы совершать массовые убийства, изнасилования, репрессии, переселения, но они за это просят столько, что, конечно, на содержание такого аппарата никогда и ни у кого не хватит денег.